Как тренироваться, чтобы худеть? Для похудения главное потратить как можно больше количества калорий. Большинство экспертов рекомендуют бегать на дорожке 10 минут во время разминки, но и около 20 минут после силовой тренировки, чтобы израсходовать максимум энергии. Процесс жиросжигания начинается после полного истощения запасов гликогена, энергии, что происходит примерно после 45 минут тренировки. Тем не менее, любые тренировки помогут для жиросжигания, пока вы тратите больше калорий, чем потребляете. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч! We'll be right back.